ни одно животное не может сравниться с диким кабаном. Особенно огромной популярностью среди охотников пользуется загонная охота. Дикий кабан – непредсказуемое и выносливое животное. Недаром многие охотники из Восточной Европы рассказывают об этом животном с чувством неподдельного благоговения и уважения. Годовалые кабаны – легкая добыча, а вот старое животное добыть непросто. Они очень осмотрительны и всегда настороже. Их может спугнуть любое неосторожное движение. Следующий час мы предлагаем вам провести в хорошей компании. Этот фильм был создан при поддержке датской компании Bulls Hunting Travels, шведской компании Aimpoint и немецкой компании Zahor. Welcome in the Hunter's Cottage from Kapuschwang. I would like to introduce the women from the house, Marika, called Marika, and Mr. Varga, the chief hunter. Please take small snubs, Hungarian snubs. I hope you like it. Thank you. Джоша Серегелис – представитель туристического агентства «Сивака». Он тепло приветствует гостей в охотничьем поместье Кордовца в Венгрии. За год на территории площадью не менее 150 тысяч гектаров добывают около 8 тысяч копытных. Herzlich willkommen auf dem Revier der Försterei Jelitz. Seien Sie recht herzlich gegrüßt. Ich heiße Otto Pinter, ich bin der Forstmeister für die Försterei. Und Attila Marton ist der Jagdleiter hier. Ich hoffe sehr, dass auch das Wetter heute mitspielen wird. Vadisznón kívül, tehát méretre és nemre való tekintet nélkül a szarvastól az ugyanaz. Wir schießen heute alles, was Schwarzwild ist, und ist auch erlaubt, Tier und Kalb zu schießen. С погодой повезло. Ночью выпал снег, а температура не опускается ниже нулевой отметки. Правда, риск отморозить пальцы все-таки существует. Множество вышек на участке поможет охотникам лучше рассмотреть окрестности и выбрать безопасный для выстрела угол. Ja, så er vi så ved Junggarn her på Drivjagd, og vi har været heldige, der lige kom lidt sne her til morgen. Vi skal skyde hovedsageligt vildsvin og lidt kronvildt, og vi har store forventninger, det må vi sige til den postfærd, som siger her med. Det er perfekt, hvis det ellers kommer her, for drivet den kommer ned her. Så hvad det angår, der ser det meget fornuftigt ud, og vi håber selvfølgelig, at vi vil se en masse gris og kronvildt. Det er sådan, i Ungarn der er det ikke tilladt at skyde kronbærne eller i hele taget trofæbærne, så vi går udelukkende efter hinder, kalv og vildsvin. Венгрии на облавной охоте запрещено отстреливать лося, косулю и оленя. Сорен Соренсен, сотрудник компании Bulls Hunting Travels, предупредил об этом наших охотников еще в Дании. Det siger, der skulle være mange griser, så må vi se. Hvad formiddagen bringer. Vi skal blive her hele formiddagen, og de bliver drevet. Så forhåbentlig, der er i hvert fald masser af god plads til at skyde på. Det er en rigtig fin højskov, vi står i. Så gode chancer er der. Охотники заряжают ружья и готовятся занять позиции. Необходимо отрегулировать мощность красной точки прицела в соответствии с дневным освещением. По красной точке можно легко определить место попадания пули. Загонщики начинают свою работу, и вскоре появляется первая дичь, в том числе и дикий кабан. Как всегда, в целях безопасности на загонщиках надеты специальные жилеты. Профессиональная охота – это охота, где прежде всего соблюдаются правила безопасности.
Ко всеобщему неудовольствию снег перешел в дождь. Vi har nu sat her i lidt over en time, da vi kan høre, at der allerede er begyndt at blive skudt rundt omkring os. Driveren går hernede i området, så forhåbentlig kommer der snart nogle flere gris. Vi har ikke set nogen endnu i det her område, men vi tror stadigvæk på det. Пока кабан, петляя между березами, приближается к Андресу, у охотника есть все шансы на успех. На участке Сорена-Нильса тоже неспокойно. Между деревьями в самой гуще стада бежит крупный самец. Загон начался. Дикие кабаны то и дело мелькают по всему участку. Сорену уже несколько раз пришлось вскидывать ружье, и не безуспешно. Это лин кровь. Грисефебр. Så kigger den her vej, og så hører jeg noget bag ved mig, og så vender mig om, så kommer der en kejler lige op imod mig på 10 meter, og den opdager mig så, dengang jeg løfter riflen, så trænger ud, så får jeg et perfekt bladskud på den her, og springer den og går. På den vej, så skyder på den igen. Jeg tror ikke, jeg rammer den anden skud. Første skud var dræbende. Og så går den cirka 40 meter. Og så trimler den. Og ligger på ind dernede. En rigtig fin situation. Kanon. Der kommer en mere bagfra nu. To. Det er Сорен, первоклассный охотник. Og на подходе еще несколько кабанов. Три выстрела и два попадания. Неплохо. Многочасовые тренировки на стрельбище необходимы для всех, кто предпочитает бить по бегущей мишени. Магнус увидел бегущее стадо и пытается быстро сменить позицию. К сожалению, не получилось. Vi trog ind i bødeskoven her i stedet for, og har set en hel del grise ind. Så nu må vi se, hvad det kan byde. Det er meget kuperet herinde, og ja, træerne de står fandme lige så tæt, så jeg ved ikke hvad så. Men det bliver spændende. А вот и стадо кабанов. Животных прикрывают стволы деревьев, и Сорен Соренсен пытается разглядеть добычу. Такое случается нечасто. Ja, der kom en rot på, det ved jeg ikke, 70 gris måske, eller masser af store kejler imellem. Det er helt fantastisk, men de slår selvfølgelig lige nøjagtigt i over modsatte retning. Men vi har et drev, der er startet derude også, og vi øjner chancen for, at vi får den presset tilbage igen. Det tror jeg sgu aldrig, jeg har set før i mit liv, så mange på en gang. Store gris. Наверное, он ждал слишком долго, и в результате два промаха.
Несомненно, загонная охота на кабана предполагает частую стрельбу. Чтобы добрать животное, опытный охотник в среднем выпускает не более 2 пуль. Начинающий стрелок вряд ли обойдется и 3. Danke. God start på dagen. Allertiders. Звук охотничьего рога ознаменовал окончание загона, и теперь охотники могут рассмотреть свою добычу. Конечно, всем не терпится взглянуть на добытых животных поближе, осмотреть место пулевого отверстия и убедиться, что зверь действительно крупный. Охотники провели это утро замечательно. Зверя много, и у каждого был шанс на выстрел. Så nyt pas vi har fået, som skulle være rigtig godt registreret mange her i området, og vi kan skyde ind i en fin bak her, så vi prøver. Rigtig god udsigt i det tårne her. Fantastisk. После обеда, затянувшегося по причине проливного дождя, охота возобновилась. Теперь все по-другому. По крайней мере, по снегу всегда легче обнаружить и выследить дикого кабана. Нильс Кайсен старается сохранить безопасный угол выстрела. Ленард Люнгфельд заряжает Зауэр 202 калибра 9.3×62 патронами Naturalis 270 гран, производство компании Лапуа. Попал. Тем не менее, животное продолжает стремительный бег, но вскоре останавливается у подножия деревьев. Еще одна пуля настигает свою жертву. После третьего попадания животное, преодолев 20 метров, угаснув, падает. Венгерский проводник указывает Нильсу на дикого кабана, пригодного к отстрелу. Но пышная растительность затрудняет стрельбу по бегущей мишени. Дикий кабан, за редким исключением, широко распространен по всей территории континентальной Европы и пользуется огромной популярностью среди охотников. Например, в Германии в год добывают почти 500 000 диких кабанов. Несколько десятилетий назад это было равносильно количеству добытых животных всей Европы. Популяция дикого кабана быстро увеличивается, что, несомненно, только радует охотников. Отличный выстрел. Угасший кабан скатывается к подножью деревьев. Андерс готов, но найти хорошую позицию для стрельбы в густом лесу непросто. А вот вам и пример. Чтобы узнать о результативности загона, Нильсу и его проводнику нужно осмотреть участок. Вау. Сегодня мы имели фантастический день.
Jeg har skudt et par mindre svin tidligere på dagen i en anden sort. Og så har jeg haft Roland med ud her til eftermiddag. Og der ser han relativt hurtigt den her super kejler. Og ja, jeg rammer den perfekt. Og den løber 30-40 meter og ligger her foran. Og det er en rigtig god kejler, som jeg er super glad for. Så jeg skulle lige vende mig til min aimpoint, men når jeg så fandt ud af at bruge det, så virker det altså. Så det er, den er jeg rigtig, rigtig glad for. Det har været en stor oplevelse. Og en stor kejler. Så jeg er glad. Så lykkes det lige godt. Det var sagde mig godt nok, at det var en hurtig beslutning, der blev taget. Vi var klar til at sætte os i bilerne, og så... Det er ikke en dødstang. Vejt man stank. Tænderne er kæmpe. Kæmpe, kæmpe tænder. Helt fantastisk. Vi er oppe og snakke en kejler i medaljeklassen her. По окончании охоты венгры организовали парад добычи. И не потому, что снимается фильм. Венгры действительно свято соблюдают старинные охотничьи традиции, и проведение парада – один из них. Tisztelt vadászvendégeink! Mivel járkezdte? A mai vadásznak az időjárás ugyan nem volt kegyes hozzánk. Heute hatten wir nicht ein günstiges Tag wegen dem Wetter. De ennek ellenére mi megpróbáltunk mindent megtenni, hogy minél több disznót tudjunk a vendégeink elé hajtani. Aber wir haben alles getan und alles versucht, so viel wie möglich Sauern zu ihnen treiben. Így a mai napi végeredmény 29 darab vaddisznó. Das Endergebnis von der heutigen Jagdtag ist 29 Stück Sauern. Ebből 9 darab jó van. Davon haben wir 9 gute Keiler. 8 darab jó van, elnézést. Entschuldigung, 8 gute Keiler. 9 darab kocka. 9 Wachen. És 12 darab sülbe. Und 12 Überläufer. Gratulálunk valamennyi kedves vadászvendégünknek. Wir gratulieren zu allen Jägern. És egy kellemes kötelességünknek szeretnénk eleget tenni, hogy aki az első vaddisznóját elejtette, szeretnénk most vaddisznóvadászra avatni. Und wir möchten jetzt diesmal einen ganz angenehmen Pflichtton, unseren Pflichtton und einen neuen Saujägern möchten wir schlagen. Kérjük, hogy lépjen a vendég a Wir bitten den Jäger, der seinen ersten Sau in seinem Leben geschossen hat, treten Sie vor. Терзаемый охотничьей лихорадкой, Андерс делает шаг вперед. Что происходит? Оказывается, ему придется пройти обряд посвящения, так как это его первый добытый кабан. Андреасу придется подчиниться, ведь в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Akkor az első csapást mérném rá, valamennyi magyar vaddisznóvadász felé. Sie bekommen den ersten Schlag in dem Namen von allen ungarischen Jäger. Kérem, hogy álljon föl. Bitte stehen Sie auf. És a pálcáról. Und von diesem... Laci. Bitte nehmen Sie einen Schnaps, trinken Sie aus und dann planen Sie bitte eine Kerze. Erstmal ab. Trinken, was man teilt, und einen Kerzen laden bitte. Nur einen. Bitte nach. Den zweiten Schlag bekommen Sie im Namen von allen ungarischen Berufsjägern. Akik biztosítják, hogy ilyen terítékek lehetnek. Die sichern, dass wir so eine Strecke überhaupt erreichen können.
kérem, hogy újra álljon fel. Kérem, nochmals aufstehen, jetzt weiter Schnaps zu trinken und die Kerzen zu blasen. Hat man Zeit? Bitte nochmals auf den Knie. Der letzte Schlag möchte ich in meinem eigenen Namen schlagen. Андерс получает еще один удар и, наконец, может подняться. Теперь нужно непременно осушить рюмку шнапса и задуть свечу. Он думает, что все позади, но не тут-то было. Und jetzt bitten wir die anderen Jagdkollegen, die schon sauer geschossen haben, geben wir noch einen Schlag, bitte. Alle. Товарищи Андерса по охоте изрядно позабавились, наблюдая за обрядом крещения. Но теперь настал и их черед получить сполна. Im Namen von der ungarischen Jagdorganisation Firma Sovaco möchte ich dir herzlich gratulieren, ein kräftiges Partnerteil. Spare nie mit den Patronen. За главой охотничьего агентства Джоши Серегалис сохраняется право последнего удара, и обряд совершен. Андерс, как обладатель первого дикого кабана, навряд ли смог бы избежать порки. А пруд можно привезти домой в качестве сувенира. И кто знает, может, он повесит его на стене рядом с чучелом дикого кабана. Завершена. Но вечер еще в самом разгаре. Охотники возвращаются в лагерь, чтобы отведать вкусный ужин. Возможно, в течение трапезы они не раз вспомнят удачные моменты охоты и не очень. Ведь точное попадание – это приятное воспоминание, а промах – хороший повод подумать над ошибками. Наступил новый день. После продолжительного вечера, сдобренного изрядной порцией охотничьих рассказов и крепкого сна, наши охотники снова собрались за столом. Пора завтракать. Så er vi kommet til anden dagen på vildsvinjagt i Ungarn, og vi er på vores første post. Og vi kan ikke få skønnere terræn at være ind det her. Det er virkelig smukt. Solopgang, vi har perfekt vejr, let frost. Så er det rigtig godt pas set ud til her mellem to skove. Det bliver spændende. Skal vi se? Каждого охотника сопровождает проводник-венгр, и это хорошее правило. Во-первых, проводник отлично ориентируется на местности и всегда подскажет, какой угол выстрела будет безопаснее. А во-вторых, еще одна пара глаз никогда не помешает, особенно на облавной охоте. Alle Richtungen kann frei schießen. Ja. Die nächste Kollege ist ganz oben. Gut. Die Schwarze, die kommt dann hier runter. Ja. Und dort ganz oben. Ja.
Literalwerk kommt man in diese Richtung. Ja. Gut. Gut. Hat man Zeit. Прежде чем отправиться на охоту, проводник желает шведу Ленардсу удачной охоты. По-немецки это звучит «Weidmannsheil», на что Ленардс с благодарностью отвечает «Weidmannsdank». Как правило, охотники обмениваются этими репликами до и после добычи. Друг Ленардса, Магнус, тоже готовится к загону, наслаждаясь теплыми лучами солнца, как и его проводник. I think the wild boar is coming from this direction, and I think I've got a good chance to shoot when they're going down to the ditch here, and up again, and down here. And they might also come to the right, but I'm not 100% sure that I'm able to shoot there, but hopefully they will turn left, and then I can have a good, quite good chance of shooting. And the distance will be quite sure, approximately 30 to 40, maybe 50 meters, so it's a good wild boar or driven out the distance. Трубит охотничий курн, и это означает начало загона. Первая пуля задела легкие. Несмотря на смертельное ранение, Сорен все же решает сделать еще один выстрел и добирает животное. Как уже говорилось, на загонной охоте запрещено охотиться на оленей, косули, лоси. Но разве эти красивые животные могут оставить кого-нибудь равнодушным? Приятно взглянуть, пусть даже и не через прицел охотничьего ружья. Scheiße! Лучшие позиции в подобной ситуации трудно себе представить. Молодец, Магнус. Впереди стада находится крупный самец, что очень необычно. Андерс не растерялся и отправляет пулю «Натураль» из компании «Лапуа» из карабина «Винчестер» «Магнум» 300-го калибра в цель. Везунчик! Появилась лисица. Во всех поместьях проводятся меры по сокращению численности этого животного, поэтому за отстрел даже не нужно платить. Но это не значит, что добыть этого маленького хищника будет просто. Но Сорен знает, как это сделать. Когда на твоем собственном участке тихо и спокойно, то при звуке выстрелов остается только гадать, что же происходит у соседа. Определенно, Андерс попал, но кабан, преодолев тропу, скрывается за деревьями.
Через некоторое время проводник принимает решение отправиться на поиски, тем более, что они находятся на так называемом мобильном участке. Осторожно пробираясь вперед, Андерс неожиданно услышал какой-то шорох. Der var igen flere grise af opad her også. Men jeg skød den her lige foran os. Lige efter den kom der en helt flok mere. Og der skød jeg en mere. Som er tumlet her nede i bunden af grøften og ligge. Jeg tror vi må nok hellere gå tilbage til standpladsen. Og fortsætte eftersøgningen på den anden. Når drevet er forbi. Магнус схватил удачу за хвост. Наверное, он даже обжег руки о ствол карабина Зауэр калибра 7х64. Линнардсу удалось использовать свой шанс. Его Зауэр калибра 9,3х62 – самый мощный карабин на этой охоте. Андерс отправляет один точный выстрел за другим. Det er fantastisk god, rigtig god balance her derinde. Det må jeg sige. Inden på enten fungerer det helt utroligt godt til det, som er drivjagtet. Godt stykke. Godt stykke værktøj. Правда, выстрел получился не таким результативным, как в прошлый раз. Андерс не единственный везунчик. Сорен может составить ему конкуренцию. Пока зверя нет, можно еще раз проверить снаряжение. Как и остальные охотники, Магнус остановил свой выбор на поле Naturalis компании Lapua и не разочарован. Кабаны останавливают свой стремительный бег и падают на месте, что не характерно для такого крепкого животного. Но для этого охотники, конечно же, должны попасть точно в цель. Андерс промахнулся. Не рассчитал? Обычно такую реакцию можно наблюдать, когда пуля попадает оленю в область сердца. Для кабана это редкое явление. Кабан бежит очень быстро, но Сорен успевает отправить пулю точно в цель, прежде чем зверю удалось исчезнуть из виду. Смертельный поцелуй от карабина Ленардса калибра 9,3х62 валит кабана на повал. Магнус истратил все патроны до единого. Такое может быть только в одном случае. Приступ охотничьей лихорадки налицо. У Линнардса опять проблемы. Первая пуля, не задев кабана, пролетает мимо. Естественно, Сорен посылает ей вдогонку еще одну. Пуля Магнуса попала прямо в лопатку, и незамедлительно кабан падает в грязь.
все признаки смертельного ранения, и через мгновение зверь замертво падает. Тропа для Ленардса оказалась слишком узкой. Пуля пролетела, не задев свою жертву. Das war wunderschön. Ja. Wunderschön war. Und was? Was kennen Sie? Viele, viele Schweine war und ich habe 3 Schweine geschossen. Einer war Großkeiler, aber ich habe gesehen, ich habe geglaubt, kommt hier unten. Geht so, erstes Mal geschossen und zweites Mal. Aber ich muss getroffen sein. Erster Schuss war ganz gut. So, vielleicht gehen wir. Und, ja, sehen wir. Ja, gut. Ja. Gut. Muss sein. Welche Richtung war das? Bestimmt. Das war diese Richtung hier. Aber war, er kam sowas hier getroffen ist. Ja, bestimmt. Ah, hier mal. Bitte einladen. Warte. Крупный кабан, как этот, может преодолеть какое-то расстояние, будучи смертельно раненым. Вес дикого кабана достигает 140 килограммов, а длина клыков в среднем около 18 сантиметров. У крупного самца от 25 до 27 сантиметров. Танцует. Охотники отдают дань уважения добыче. Они поздравляют и благодарят друг друга. Вальдманс хайл. Вальдманс данк. Да, das ist ein schönes Keiler. По окончании загона подтягиваются остальные охотники, которым тоже не терпится посмотреть на добытых животных. Андерс осматривает старого сикача, которого ему удалось отстрелить на узкой лесной тропе. In this group there were roughly 3 big keilers. When I shot one and it went down right away. It was a good shot, I think. Эти клыки могли бы стать украшением трофейной комнаты любого охотника. Как известно, 2/3 клыков находятся внутри пасти. Поэтому длина клыков кабана, добытого Магнусом, составляет не менее 20 сантиметров. Мама. Gratuliere Ihnen für diese viele und schöne Schweine. Vielen Dank. Sehr guter Platz. Sehr guter Platz. I always use a copper pelter, hair protection. I think in the last 3 or 4 years, no more, 5 years maybe, I have just fired a few rounds without hearing protection. I will never fire a shot without them. It's definitely the best thing for hearing. And it's a Sauer 2-2 with an aim-point sight on top. And this is the perfect combination for a wild boar hunt. This model is called 9000L with a 2-minute dot. It means that you can shoot quite accurate on long distance as well, but of course driven hunt is about up to 60 meters, something like that. I'm using a Naturalis, Lapo Naturalis, in this caliber, and on this stand I've shot 6 wild boars, and one of them I have to finish with a shot from behind in the neck. But the rest of them were just dead, so it's very, very good ammunition, and the bullet works very, very good.
Как обычно, охотники обмениваются опытом и травят байки. В Венгрии охотникам часто предлагают отобедать на открытом воздухе. Чаще всего подают густой наваристый суп. Стол обязательно покрыт белоснежной скатертью и сервирован фарфоровыми приборами. Несмотря на то, что история о добыче крупного кабана уже была рассказана, никто не возражает против того, чтобы услышать ее еще раз. Насытый желудок все кажется намного лучше. Но Нильс и его друзья приехали не за вкусным обедом. Им не терпится снова оказаться на охоте и еще раз испытать на себе все симптомы охотничьей лихорадки. Sehr schönes Karten. Ja, hier geht unsere Karten. Загонщики и собаки уже за работой. Во время загона венгры обычно используют 6-8 собак разных пород и от 30 до 40 загонщиков. Первая пуля попадает в невысокое дерево, и следующая. Даже опытному стрелку, как Нильс, иногда не везет. Огромный сикач пытается перебежать тропу. Кажется, он хочет перебраться на другую сторону. И Сорен здесь. Неужели он упустит свой шанс? Да, Сорен вновь засомневался, стрелять или нет. Вот когда понадобился огромный опыт венгерских охотников. Проводник услышал шорох пробегающего животного, и Сорен быстро поворачивается. Но кабан бежит очень-очень быстро. Успеет ли Сорен? А вот и ответ. Молодец. Охотнику есть чем гордиться. Еще одна попытка. Неудачно. Возможно, следующий выстрел Нильса будет более точным. На участке Сорена появляется еще один кабан. Напряжение нарастает. Все три пули попали точно в цель. Но даже винчестер 300-го калибра не может остановить стремительный бег огромного кабана. У проводника Сорена отменное зрение.
тому же он прекрасно знает охотничье поместье. Собак не видно. Именно поэтому этот огромный самец часто останавливается и прислушивается. Он настороже. Из лесной чащи неторопливо выходит дикий кабан. Торопиться не следует. Настоящий подарок для Сурана. Но иногда самый желанный подарок оказывается очень сложно добыть. Кажется, что загонщики просто прогуливаются, но на самом деле они хорошо знают свое дело. Такая прогулка всегда заканчивается блестящим результатом. Короткий свист останавливает кабана, и у Сурана появляется еще один шанс. Зрение как у сокола, слух как у лисицы. Проводник справедливо делает Сурану предупреждение. Преследуемый собаками, на огромной скорости появляется еще один секач. Суран отправляет все три пули точно в цель. Сурану удалось добыть не менее 7 кабанов. 2 из них очень крупные. Неудивительно, что ему приходилось не раз заряжать карабин. Это helt vildt, det her. Helt vildt. Fuldstændig. Rigtig godt. Men jeg synes selv, jeg er rimelig godt tilfreds med min skydning. Sådan. Så, og det virker fint, de her kugler her. Selvom der ikke er bly i dem. Så laver de rimelig touchdown. Непростой, но меткий выстрел, и кабан скатывается в лощину. Для Сурана это сегодня последняя добыча. После третьего выстрела самец наконец-то падает. Определить, куда именно попала пуля, бывает очень сложно. Поэтому вполне разумно продолжать стрельбу до тех пор, пока зверь не упадет на землю. En okay lille kejler, som kom susende forbi os. Det første skud var ikke specielt godt. Men nummer 2 skud, det er fedt bestemt. Så det er jeg meget godt tilfreds med. Dejligt. Охота закончена. Нильс, Ленардс и еще 4 охотника осматривают свою добычу. Особенное восхищение вызывают клыки крупного кабана. Gut geschossen. Ja. Если верить словам Сурана, привезти добычу домой будет непросто. К счастью, эту проблему придется решать не ему. Кайла! Гуд! Сэр гуд! Гуд, вафен! Вы грузите и вафен. Пилом отвая, только пятый. Вафили сантиметр. 19 oder 20, das kann 20 cm. 20, okay. Sehr gut. Ja. Au. Ein guter Geiler. Sehr gut. Sehr gut.
Liebe meine Jäger, Waldmannsheil. Waldmannsdanke. Waldmannsdanke. Das ist gute Keule. Sehr gut. Danke für eine gute Jagdführung. Ja, perfekt. Det kører bare det her aimpoint, det må jeg sige. Du har bare sigtet med det samme. Så det gør faktisk, man kører for faktisk for ren refleks, når man skyder med aimpoint. Så jeg er vildt imponeret af, at det er første gang, jeg har brugt det på jagt, men det kan jeg bare anbefale 100% det her. Tisztelt vadászvendégeink! Unsere liebe Jagdgäste! Kétnapos vadászatunk végére érkeztünk. Wir sind am Ende unseren zweitägigen Sautreibjagd. Első nap egy kicsit rossz volt az idő, elsős időnk volt. Am ersten Tag haben wir leider ein bisschen schlechtes Wetter mit Regnen gehabt. De szerencsére a mai napra jó idő kerekedett. Was zum Glück! Am zweiten Tag haben wir eigentlich ein sehr schönes Jagdwetter. Ezen a két vadásznapon összesen 60 disznót sikerült elejteni. Auf diesen zwei Jagdtagen konnten wir insgesamt 60 Stück Schwarzwild erlegen. Ebből 23 kan. Davon haben wir 23 Stück Keiler. 25 koca. 25 Stück Wachen. 10 Schülde és 2 Malac. 10 Überläufer und 2 Frischlinge. Reméljük, hogy jól érezték magukat mi nálunk. Wir hoffen sehr, dass es Ihnen bei uns gefallen hat. És reméljük, hogy jövőre is találkozhatunk. Und wir hoffen sehr, dass wir uns auch nächstes Jahr wiedersehen können. És jövőre már mint törzsvendégeket köszönhetjük. Und Sie in nächstem Jahr als Stammgast begrüßen zu dürfen. Szeretném megköszönni a korrekt fegyelmezett vadászatot. Ich möchte Ihnen für die disziplinierte Jagd recht herzlich bedanken. Jó egészséget kívánok Önnek! Und ich wünsche Ihnen allen sehr gute Gesundheit! Dankeschön! Waldmannsheil! Лучшего результата трудно было себе и представить. Добыто 60 диких кабанов, 23 из них – крупные сикачи. Венгрия – великолепное место, где охотников ждет обилие дичи, красивая природа и профессиональные охотники. Когда-нибудь все заканчивается. Закончилась и эта загонная охота на дикого кабана. Трудно делать какие-либо предположения, но с уверенностью можно сказать, что все участники загонной охоты получили огромное удовольствие. Им посчастливилось побывать на превосходной охоте, какая бывает только в Венгрии. Все 6 охотников осуществили свою мечту. И поверьте, это было непросто. Без многолетних тренировок и практики не обойтись. Если вы мечтаете о подобных приключениях, то придется тщательно подготовиться. Уж кто-кто, а Андерс эту поездку точно не забудет. Именно здесь ему удалось добыть своего первого кабана. Ну а хорошая компания еще никому не помешала, тем более на охоте.
а венгерских охотников мы искренне благодарим за великолепную охоту. Удачной охоты!